прекрасный концерт, прекрасный прием после прекрасного ужина, гостеприимства. Мы решили посетить один из лучших музеев краеведческих в Красноярском крае. Тосеевский музей. Сейчас мы туда и идем. Вот мы пришли в музей. Просто Тосеевский. Обалдеть, смотри. Красота. Красота. Герой Советского Союза. Норышев Михаил Матвеевич. Это ему музей, да? Ага. И потом, он, значит, руду нашел, слюду, все. И потом, какие у нас были реки, вы посмотрите, какие делали барки. 38 метров длиной, шириной 8 метров, высотой 6 метров. И по своей форме, когда она была готова, напоминала огромную деревянную гусыню. О, зелье, да и енисейская соль. Наша соль славилась, она подавалась к столу самой царицы Екатерины. А раз нашли соль, значит, начали делать набеги, значит, что здесь жили племена. Нужно было строить что? Значит, укрепление. И строить Тосеевский острог. Затем Новотосеевскую слободу. Вот. И знакомиться с двумя племенами. Многочисленное племя тункусов, или венки, сейчас мы их зовем, и малочисленное племя цанов. Племена жили богатющие, здесь было много пушнины, а речки кипели рыбой, не знали, куда девать, много было скотины всего, и облагают эти племена данью. Вот смотрите, значит, какие были весы, вот они, безмены. Ничего себе! А раз у нас была Свято-Сеевская республика, значит, что это было? Ага, гранаты. Вот это. И вешали на фунты. Вот это все. Здесь, потом вот это. А вот это уже, когда я шипзиком таким была, вот это уже вот такие эти весы были. Вот мы сейчас выходим. Ой, раздолье. Все. Вот были фонари, пожалуйста. Все. Только не нашла лампадку. Лампадки маленькие были, наливали керосин, ставили, закрывали все, чтобы никуда ничего уже, нигде ничего. Вот это больше 100 лет. Ой, девчонки, вот это да, тогда. Бабушка, меня бабушка, ну так случилось, что с 9 месяцев она меня вырастила. Вот. И вот бабин сундук, больше 100 лет. Вот здесь у нас был маленький замочек, а тут еще вот. И вот я прошу, баба, ну дай мне ключ, баба. Она говорит, только два раза. Я сюда вставляю. Музыка! Музыкальный сундук. Вот вы сейчас не верите, а это вот именно было. Вот это да. Вот это моей родной бабуленьке. Вот, так ваш кровник, еще... короче, по наследству. Да, да, да. И вот сюда. Я его приперла. Вот это да, ступай. А это, девчонки, пшено-то, знаете? Да. Вот все. Вот это дальше. Вот, вот. И вот это маслобойки. А тогда скота было полно. Она силит. Так, быстро сюда и начинайте гладить. Идите сюда, кто первый? Кто первый? Да, 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 да. Раз. Раз, быстро сюда. Кто? Аришка, давай. Снимаем. Так, держи вот. Нет, в одну сторону. Нет, в одну сторону. Раз. Снимай. Так, а балку на себе тяни. Вот это да. Все, поутюжила, Аришка. Хорошо. Все, молодцы, все. Вот это да. А вот это. Смотрите, какую юбку тетя Таня принесла. Сами правильно сделали. Вы видите, что? Вот это да, да. Сюда шли ссыльные к нам. Шли в кандалах, колодках. Дорога была дальняя, трудная. Вот в Троицке нашли. Рыли котлован. Значит, были ножные, ручные. Вот это там нашли, все-все. Только осторожно, здесь они выше, ниже деревяшки эти. В нашей ссылке побывали декабристы. Первым декабристом Игельстром Константин Густавович. Царь приказывает отсечение головы, но заменил 10 лет каторги. Это по Читинскому острогу их друзья. Следующим это был Фанибек Петр Иванович и Щепин Ростовский. Царь отсечение головы, но заменил вечная каторга. Полицейские
Арцебушев Василий Петрович, по отзывам жандарской охранки, это был самый красный фанатичный агитатор. Здесь живет у нас, уезжает в село Ермаковское. И в Иркутском восточном обозрении это был такой огромный журнал. Выходит он из статья «История одной сибирской деревни», «История нашего Тосеева». Вот это да. Силин Михаил Александрович, соратник и друг Владимира Ильича Ленина. Mm-hmm. Ленин живет в ссылке в Шушинске, а Силин живет здесь, у нас постоянная переписка. Гусаров Федор Васильевич, подпольная кличка «Доктор», заканчивает Петербургскую военную академию, соратник и друг Владимира Ильича. Принимает участие, матросы поднимают восстание, и его с женой отправляют к нам сюда в ссылку. Здесь был у нас Феликс Атлудович Дзержинский. Вот это наш замечательный человек. Яковенко Василий Григорьевич из Батраков, не умел ни читать, ни писать, трое детей. Значит, 9 лет ему было, и все, умирает отец. Он пошел батрачить с братом, а сестра была инвалид, ходила на двух костылях. Когда сюда и пришли эти шакалы, значит, ее прям сразу расстреляли. Все. Он служит, дослужился, призывает царскую армию, дослужился до унтер-офицера. Имел 3 Георгиевских креста и служит в Канске. Октябрьская революция, он приходит домой, вступает в партию большевиков и руководит вот это, всем вот эти вот гражданские, вот эта война. Затем Канск, Енисейск и отправляют в Москву. По рекомендации Теодоровича Ивана Александровича, он предлагает на пост наркома земледелия нашего земляка Владимиру Ильичу Ленину, нашего земляка. И 22-й год наш, значит, Тосеевец Яковенко Василий Григорьевич, нарком земледелия. С ним находился кинооператор Лемберг. Он ездил на телеге и на коне вот здесь, именно сюда вот приехал. Все люди шли к нему. Вот это он все разбирался, все помогал. Все, все, все совершенно. И фильм снял, называется «Василий Яковенко». Я пишу на Мосфильм, ну это было еще при советской власти. И этот фильм у нас двухминутный. Вот это как. И еще вот Алида Густавна, я жена была жива, Мария Алексеевна, она жила в Москве. Я с ней переписывалась. Элита Густавна поехала туда. И вот, говорит, кто бы только не приехал, вот отсюда, вот, значит, от нас, в Москву туда, он все поможет, все сделает и сразу забирает и к себе, никаких никуда. И кормить, и поить, и вообще все. Еще что? Вот мы сейчас, выставка в ВНТНХ там в Москве. Слышали про такую? Его. Первые трактора, что пришли сюда к нам, это его. И еще что сделали. Это же сейчас мы садимся и едем. А раньше же все шли пешком. Чуть доберутся до Канска там или куда. Все. И он, разветвленная сеть домов крестьянина. Вы пришли, пожалуйста, вот, сколько вам нужно. И живите, и накормят, и напоят, и поучат, и все сделают. Вот я сейчас вот только ребятишки. Как же это? У нас в Яковлево, где вот мы жили, да, баба говорит, 20-й год, у нас уже 4 класса школа. 4 класса школа, 20-й год. Картина эта побывала в Италии, в Испании. Затем он с дочкой и с зятем привез ему сюда. А что это? Еще раз. Кайтымский бой. Красота какая. Какая красота. И сейчас я вам скажу, что приезжал его этот. Это так прям было, да? Нет. Они же привезли холст. Ага. А это уже мы тут все вот повешали, вот это все. Вот 3 планшета, 1, 2, 3. Участники партизанского движения. 3 планшета расстреляны колчаковцами. Тяжелое у нас. Вот наследие такое. Да, 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 да. Вот сколько люди вытерпели это. Да, вот. Андрей, вот, вот так, вот так вот. Там внизу. Вот что нас. Это низ, что мы тут стоим на втором этаже. Это так здорово. Шикарно. Само. И еще голову поднимаешь и тянет вверх. Еще высота такая, вот кажется. Да вот как вот так вот. Дом такой маленький. Приехала.